жесточайшей блокады и дождался светлого часа победы. И хотя уже много лет наш город называют Санкт-Петербургом, тем не менее, для очень-очень многих горожан такие слова, как «Ленинград» и «Ленинградец», остаются святыми. Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, объявляется открытым. Слово предоставляется главе администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Виталию Николаевичу Черкашину. Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, блокадники, малолетние узники концлагерей, дорогие ленинградцы, жители и гости Красносельского района Санкт-Петербурга, в эти январские дни мы с вами отмечаем великие даты для нашего города, для нашей страны. Ленинградская блокада – это беспрецедентный пример мужества, героичества и, самое главное, любви к своему городу, к своей стране. Именно ленинградцы показали всему миру, как нужно любить